Yazıldığını Мы зовут Айдос. Моему сыну 7 лет. Нам поставили ЗПР и с аутистическими чертами. На данный момент мы уже получили дистанционно сеанс. После этого сеанса мой сын стал более спокойным, более начал обращать на речь. Спит он без проблем, засыпает. Не без истерик. Далее он перестал выкидывать посуду на пол. Он как попьет кружку, сразу же приносит на кухню. Более стал спокойнее в школе. Он ходит у нас в школу, в коррекционную. По словам учителя, стал садиться за стол, сам ест. Начал понимать смысл игры. Ребенок стал более ближе к родителям, к сестре, обниматься часто начал. Когда уходит в школу, обнимается, когда приходит в школу, обнимается. В дальнейшем будем отправлять наши видеоотчеты. Спасибо за внимание.